Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 137, упражнение номер 264. Прочитайте. 5 килограммов. Килограмм яблок, лимонов. Пара чулок. Носков. Много мест. Две пары сапог. Несколько полотенец. Пара туфель. Нет мандаринов. Подвиг солдат. Запишите словосочетание, поставив имена существительные в форму родительного падежа множественного числа. Итак, записываем. 5 килограммов, запятая килограмм, удвоенная М, яблок, лимонов, запятая, пара, чулок, запятая, носков, запятая, много мест, запятая, две пары сапог, запятая, несколько полотенец, запятая, пара туфель, запятая, нет мандаринов, запятая, подвиг солдат. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.